Всем привет, уважаемые красоманьяки, подписчики и зрители канала Громогон. С вами снова Рос, и сегодняшнее видео будет довольно грустным. Из названия видео вы и так поняли, о чем оно. Тем, у кого с нервами проблемы, лучше не смотреть. Шуша тут доедает. Злобный дикий пасюк убил бедную дикарашку. Бойтесь. Кровь в кишке р***сила. Извините. Ада сдохла. Совсем. А может сдох? Нет, не совсем. Только что про левой лапкой. Это судороги. Шуша просто очень давно не ела, мы ее не кормим совсем. Вот. Это последние часы ада, вы видите, сейчас. Часы? Секунды даже сказала. Вот, все, видите, видите эту злобную морду? Вот она доедает ее. Вот. Костей тоже, видимо, не хватает. Она челюсть доедает, видите, да, вот на зубы перешла. Кальция не хватает ей очень сильно. Мозгов. Мозгов тоже, кстати. Нет, мозгов не хватает нижней крысе. Да и крышку хватает. Вот. Ужасная картина просто. У нас такое, ну так как у нас крыс много, у нас такое часто. Вот. Я просто не показывал, чтобы, да, чтобы не палиться. Вспоминаем статью, да? Да. Вот. Ну вот видите, да, я приблизил даже, вот видите, край кровища потекла, смотрите. Кросс. А вот здесь вот, вот видите, вот где вот правое ухо, да, вот мозг вытекает. Хотя, в принципе, у Ады нечему вытекать, поэтому, в общем-то, видно, что как бы пасюки очень любят мясо. Даниил Лугарович. Вот, вот так вот бывает, да. Да. Ну вот она сейчас доест ее, утащит трупик в норку. Вон, вон там вот норка, да, видите? Это специально для трупов. Потом всю ночь сюсюкаться. Да. С трупешником. Ну вот. Все. Крысе жутко плохо. Ну, в принципе, как ей может быть плохо, она же дохлая. Вот, все, да. Вот. Это я тебе как гост Малева говорю. Да, доеденная крыса, в принципе. Оля, тихо, Рос, пусти ко мне ребенка с какао. Оля, хватит. Не могу, тут на меня Шуша посмотрел, я уже боюсь. Ну, в общем, вот так вот крысы мочат друг друга. Ужасное создание вообще. Вот, видите, добило все. Это был контрольный курс горла. Все. Прощай, Ада. Ты была нам очень дорога. Я надеюсь, вы не слишком сильно на меня злитесь за этот такой маленький подкольчик. Я думаю, вы все улыбнулись, посмеялись. И, ну, такие видео тоже должны быть на канале. Возможно, я даже открою специальную рубрику, посвященную таким шуточкам и прикольчикам с крысами. А с вами, как всегда, был Рос. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, любите крыс. И всем пока. Shama